Дамы, господа, леди, джентльмен, добро пожаловать на канал Тета Геймс. Меня зовут Богдан, а это у нас Леон. И мы с вами продолжаем проходить Resident Evil 2. Спустя опять очень длительный период времени мы возвращаемся. Но я уверен, что этого никто не будет смотреть. И поэтому на расслабоне просто начали завершать ее. Вообще не спеша. То есть я прям... буду сейчас вспоминать в процессе. Нет, сюжет я не забыл, конечно, самых. Я не знаю, почему так я странно к этому шедевру отнесся. Мне она безумно понравилась, но так обстоятельства сложились, что я не смог ее залпом пройти, хотя она вообще не длинная, а я ее прохожу хрен знает сколько. Смотри, я уже даже полистал, вспомню, что у нас пленка есть, нам надо в участок сходить, проявить ее. Трофей использованный, его можно выкинуть, наверное. Хранить. А подожди, а использованные же можно выкидывать, чтобы они не занимали место, не? Да, хорош. Трофей. Достать можно, не знаю. Ладно, он используем. Мы там из него что-то достали и что-то открыли. А, давай заберем патроны. Боевой нож, наверное, пригодится, пусть. Браслет есть, патроны есть. А, здоровье есть? Здоровье есть. Вот эта вот хрень, мне кажется, уже не нужна, кстати. Ну и вообще сейчас будем неспешно вспоминать. Я хочу ее закончить все-таки на положительной ноте, в смысле, вникнув во все и поняв все, а не просто закончить. То есть как бы, как будто бы и не было этого перерыва. Я хочу вспомнить, ну вот, долутать все во-первых. Что, все долутано? Серьезно? Спальня. Да, кстати, спальня. Выключатель. Я не помню, как-то я хотел попасть в спальню, но у меня не получилось. Ладно, пойдем в центральный зал, оттуда будет понятнее. Кстати, так, что это? А у нас тут ходит тиран, это я помню. С прошлой серии. Ух ты, тут замес был. Ух ты, тут какой замес был. Вот это нормально выхожу. Ой, сразу такое напряжение, света нет. Какая она просто, она охрененная. У нее такая офигенская атмосфера. Вот только с отражениями что-то у меня вот это непонятно. Вот это вот сколько я... братан. Ты где? Ух ты, топающий тиран просто как на пятки давит. Я же... Чего? А, подожди, вот это вот внезапно как-то... Я забыл, что... Не, я помню, что он ходит, но что он прям везде ходит, и он до участка будет со мной идти. А как мне участок попасть? А как фонарь... Вот, фонарь... Или он не умеет включать фонарь? Или он очень туго его включает? Это я помню. Вау. Нет, это тупичево. А можно по карте посмотреть все-таки, как нормальный человек серверный? На лестницу нам надо... Нет, на чили не получится, потому что тут будет паника все-таки. Титаническая паника будет сейчас. Че так темно-то вообще нафиг? Я когда сказал в начале серии, что будет на чили, это значит будет серия без ограничений по времени. Я она хоть будет час, хоть два, мне вообще без разницы. Мне главное выполнить все, что я хочу выполнить, и все. Я вот что имел в виду. Так что если ты вдруг один человек посмотрит, спросит, почему так... Она будет долгой. Прям мы максимально попытаемся сделать все. Все максимально. А, это я помню, кстати. Это место я помню. Женщину эту помню. Угу. Угу, вот здесь проход, да? Да. И мы сейчас возвращаемся, вернемся. Да, правильно иду. Ага. Ну, получается, мне только пленку надо проявить. Ну, посмотреть, ну что это такое? Что с этими отражениями? Я не буду сейчас лезть на стройки, я не хочу. Я сколько-то серий тратил на это, мне не получалось сделать нормальное отражение. Хотя стоит все. Еще раз. Почему я шепотом пытаюсь говорить, чтобы меня тиран не услышал? Тиран. Тиран, все правильно, я как-то его титаном называл, не знаю почему. Средний, средний. А, средний, не максимум, да.
тут ультракачество. Ну ладно, значит, у меня не все. Я думаю, у меня высокие стоит, а у меня средние какие-то средние. Освещение отражения средние. А, это при трассировке лучей. А, нахрен трассировку эту. Ой, там вообще-то обрыв. Нам-то туда западное крыло, да? Вот куда нам? О, блин, ну спальню. Выключатель. Спальню, что ли, сходить? Давай попробуем. Там, кажется, было обвалено все, завалено. И там тиран еще. Блин, джойстик не хватает, было бы удобнее с джойстиком, конечно, в нее играть. Почему я так тихо говорю, я не понимаю, я не специально. А, вот отсюда же мы пришли, слушай, все правильно. Нам-то сюда и надо. А можно, блин, спасибо, Леон? Ты включил фонарик мне. Ты это почему-то редко делаешь. Ну? Че, она же откроется? Но она завалена. Нет. Я же его взял. А тут есть. Есть инвентарь, сундук тут есть рядом, да. А тут может сохраниться, кстати, на задний ход. А я слышал зомбака. Это плохие новости. Давай, да, так и сделаем. Блин, когда я последний раз играл? В 02-07. Это был июнь. Ой, нет, не июнь, июль. Это был в июле последний раз. Охренеть. Давненько. А можно забрать его? Мне он, оказывается, пригодится еще достать, да? Там, наверное, какая-то плюха будет, но я хочу забрать эту плюху. Почему бы нет? Она пасыт. Чё за зомбаки там, я не понял. А, там хавающая женщина. Голодная хавающая женщина. Да-да-да, я её трогать не буду. Да по-любому тут что-то будет в шкафчике. Приколюх какая-то будет. А, это надо сначала выставить, окей. И изучить. Space. А какой там, простите, пожалуйста, какой там... Move. Ой, какой дурак, отстань. Изучить. Move. Move. Подожди, что происходит? Все. Выйти просто, да? Назад. Ага. Огонь. А, мы просто свет включили. Воу! God damn it. Ты живая скотина? Это револьвер, я и забыл, что это револьвер. Записка у Уэйн Ли. Давайте читать. А, боже милостивый, кровь, она повсюду, что, черт побери, тут происходит? Они мертвы, все мертвы, это все люди в черном USS, спецназ из штаба. Но почему, разве они не должны нас защищать? Белые мозги в лужах алой крови.
Безумие какое-то. Боже милостивый, за что? Разве не говорили, что я гений? Гении не погибают в таких местах. Я всегда добивался результатов. Они меня поимели. Ой, наверное, ладно. Что же значит, я тоже... Что ж, значит, я их тоже поимею. Я возьму Нобелевскую премию. Я герой, гений, бог. Я не умру. Гениальная записка. Это ты, гений, бог? Да. Лживый бог на бедренный... А, это куда же еще? Ни хрена ж она у меня здорова. Сумка, все? А, все, просто сумку ради сумки, ну ладно. Алюка, а это... Тихо, от женщины пусть ест, я не буду отвлекать. У нее трапеза, у нее там, наверное, сиеста или что-то еще у нее. Ну пусть занимается своими делами. А, подожди, не надо мне дробаш. А, вот, да, вот это обычный пистик. Да я смотрю просто, как она идет. Вроде нормально. Хотя, нет, дай-ка я это... Я сейчас вернусь, я проверю запись просто. Так, да, все. Оказывается, все хорошо там с записью. Не значит, что я стреманулся. Знаешь, не бывает, не бывает, бывает, не бывает лишним проверить. А сохранилось? А, думаю, нет. Перепроверю. 21.08. Да, сохранил. Let's go. Проявлять пленочку. Тут же есть лифт. Я ничего не путаю. Это лифт. А, ну, в смысле, этот... вагонетка. Нет, не вагонетка, как она правильно называется-то. Ну, ты понял. Да? Нет? Хрен там? Хрен там плавал? Еще один сундук? Что, в смысле? Нет, слушай, там можно подняться выше. А что ты мне показываешь? Нет энергии. Леон, включи свет, пожалуйста. Добудьте образец GV. А, я еще там еще ничего не сделал. Уже хочу свалить отсюда, гениально. Гений, а вирус-то сам я как бы не добыл. Genius. Западное крыло, которое мы еще не ходили, кстати. Да, он. А все, мы... А, все, все, вспомнил, состыковал. Все, картинка обрисовалась, срисовалась. Мы же ходили, прокачивали браслет. Мы его теперь полностью прокачали и можем идти в западное крыло. Все, состыковалось. А прям могу тут? А, нет, тут я сделаю Г-вирус. Г-вирус. Есть Т-вирус, есть Г-вирус. Во, Excess Guaranteed. Да что ты? А, это, наверное, там был. Это центральный консольный, надо что-то сделать или нет. А. Ну или в этой. А, я перепутал. Ой, добил. Не туда подошел. Hopefully the G samples up here. Я тоже надеюсь, Леон. Леон. А, не тот, не то, опять не то, вот это то. Подожди, я не могу. Что это такое? Это же ужас какой-то. Да качество...
Ну так неохота сейчас на это тратить время, если честно. Что такое? Принцип отрисовки теней. Ну, это же не тени, а это отражение. Ну, хрен. Ой. USS. Еще одна записочка. А, ну, видеокассет, в смысле, да. Посмотрим. Сюжет напрягнем. Ты не встанешь, ты вряд ли встанешь. Ого, тут что-то творилось страшное. Ага, у меня с собой эта штука. Все? Не, не все, там... Так, проход. Тут мы свет подрубим. Как она там... Ой, что это? Сундук? Подожди, зачем мне сундук? А, чтобы... Ага, как удобно сделали. ОСС. ОСС, ОСС, ОСС. Ага, и изучить. ОСС. Ну, чуть-чуть. Ага. Ага. Используем. Да будет свет, сказал Леон. Так, что тут? Что тут есть полезненького нам? А, залутать. Компьютер? Давай залутаем компьютер. Почта Уильяма Биркина. А это тот самый козел, да. Отправитель Джейн Дойл. Тема приостановка исследований G. Ну, Г. Umbrella Corporation приняла решение остановить все исследования Г. Г. Происходящее в подземной лаборатории Гнездо. Финансирование этого проекта будет прекращено, а директор лаборатории Юлиан Биркин уволен в своей должности. Отправитель БЕ. Тема без темы. Спасибо за ваше письмо, доктор Биркин. Руководство выказало заинтересованность в вашем эволюционирующим биооружием. Не беспокойтесь о цене. Наша компания самая обеспеченная в США. Так, то Ричард Кеслер. Кеслер, поздравляю. Слушаю, хорошие новости. Г почти готов. Странно, что вы не отрапортовали об этом в исследовательскую лабораторию штаба Амбрео. Ну ладно, закрой на это глаза. Вышлите мне данные, хорошо? Готов, ясно. И не беспокойтесь, вы хорошо потрудились над Г. Об остальном мы сами позаботимся. Об остальном мы сами позаботимся. Кстати, я недавно пересмотрел... Ну, не пересмотрел, впервые посмотрел Resident Evil. Фильм достаточно свежий. Там еще где Леон не блондин, а брюнет. Ну, там вообще какой-то непонятный Леон. Такая шняга, если честно. Я даже вот перестал... Ну, как бы я люблю фильмы смотреть от начала до конца. Я фоном его досмотрел. Я уже начал там что-то в телефон залипать, что-то другим заниматься. Или я что-то работал в процессе. Ну, короче, почему не могут никак на кино нормально адаптировать игру Resident Evil? Ну, вообще, вселенную Resident Evil я вообще не понимаю. Ну, было, конечно, это у Уэса Андерсона, но это же не то вообще. Вот они пытались в этом фильме последнем, который... Ну, он свежий, не помню, 23-22 вышел. Там даже отсылка, он даже начинается как второй Resident. Когда там мужик едет. Дальнобойщик и жрет бургер. Прям тоже такая же сцена, так забавно было. Подожди, чё? Ага, я что-то заболтался, а это ж... Утать-то кто будет? Вот тут, наверное, что-то не... Вот тут, наверное, что-то не... Вот тут, наверное, что-то не... Не? Ну, это самое, Леон. Давай, найдем с тобой что-то полезное. Я уже во все углы ткнулся. Ну что это, сундук? А, вон, назад, братан. Че? Ну, ножиком открой. А чем я не смогу открыть? Почему я так тихо говорю, непонятно. Видеокассета. А так, это использованы. Ага. USS. Ага. Ага. Ну ладно, нечем скрывать, ну ладно. Пойдем. А тут у нас таблетос где-то лежал.
крал. Не таблетос, а порох. Смотри. Даже если у меня какая-то настройка низкая стоит, ну не должно же это вот в такое превращаться. Не должно же. А, кстати, игра у меня что-то она тихая, наверное. Она, наверное, очень тихая. Хотя нет, игра. Поговори. Ну это обеззараживающий какой-то. Да, и лампы эти, все это обеззараживающее. А теперь подсушили нас. А укладочку сделайте. Знаешь, что я подумал? А неужели сейчас финал будет? И я тогда не смогу проявить пленку, посмотреть видеокассету. Это же... Такого же не будет, да? Вот если бы я играл в нее на Соньке, я бы прям вылезал прям вообще на платину бы. Не знаю почему. Но у меня нет ни Соньки, а тут тем более. Хоть я играю через Game Pass. Так, секунду. Игра, не вылетай. Я тебя хочу подкорректировать. Тут минус 1.4. Ну давай сделаем минус. Вернулся. Во, вот так она стала. Она просто тихая. Ну, ладно, тут-то что? Биореакторная, ага. Уай. Воу-воу-воу. Прикольно. О, это монстрики всякие, да? Ну, экспериментальные. Дневник исследования. Наблюдение за ростом эмбриона. Пациент 449. После введения Г-эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости и приступили к наблюдениям. С помощью медицинской команды сознание подобного поддерживалось между 15 осознанное, ясное и 10 ШКГ. Однако позже уровень сознания пациента понизился, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразными. Подобный был уничтожен. Жестко. Наблюдение за скоростью размножения пациента 501. Г-вирус введен пациенту 501. 501 мутировал до Г-формы и был перемещен в группу из 30 подобных. Через 2 часа 36 минут все, кроме одного подобного, стали носителями эмбриона. Все подобные были уничтожены. Один из подобных не выдержал и покончил с собой. Эксперимент с резистентностью Т-вируса. Пациент 628, 639. Мы ввели Г-вирус пациенту 628, проявившему некую резистентность к Т-вирусу. Вирус затем был введен пациенту 639, с которым 628 состоял в близких отношениях. Организм 628 некоторое время сопротивлялся, но был заражен эмбрионом через 24 минуты. Резистентность к Т-вирусу не препятствует умственной деградации, вызванной Г-вирусом. Вот они, конечно, тут мутили воду. That was easy. В смысле, не так сложно. All right. Now back to Ada. Вот так вот просто при... Просто так зашли, взяли, пришел, видео победил, да? Ну это Леон, конечно, как он по-другому не умеет. Да подожди, я же хочу еще что-то взять. Не надо ругаться, не надо, мать, ругаться на меня, пожалуйста. Вот, можно сохранить. А где травушку еще? Где порох? Где ты увидишь, что? А, вон. Ага. Ага. А где трава? Там, в углу. Где-то в углу трава, все вижу.
Некуда ее вообще класть. Ну давай кассету скинем. Блин, хотя неохота. Ну давай нож, ладно, сохранить. Ладно, давай просто ее возьмем, чтобы не валялась. И потом скинем ее. Вот сюда. Угу. Зачем столько красной травы? Я не знаю. Вот. Нож пригодится. Порох тоже пригодится. Вдруг. Ага. Ой, я нет ножа. Гениально. Угу. Погнали, Кади. Кади. А как мне там, кстати, да. Да. А, я забыл просто, как я себе убрать. А где тиран? Он взял и пропал, да? Он не мог так просто выйти из игры. Tell me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this. You can spin it any way you want. You're still responsible. Она живучая, он ее об стенку швырнул, она как ни в чем не бывало. Ни хрена тут оперная певица поет еще. Вот это понимаю, финальная битва. А можно попадать? Можно. И нужно. А тут, подожди, тут как-то финальная битва непростая. Непростая, в смысле, надо что-то как-то делать, да? Ага. А тут что? Граната. Так, нет. Ой-о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 й
Ой! Что-то я косой, конечно. Ага. Ага. Вижу. Блин, как бы патроны все не просадить нахрен. А, ты сейчас будешь швыряться, да? Нормально ты так засадил в меня. Леон, пожалуйста, давай-ка подлечимся. А, у меня ж не так много вообще. Ой.
Да хорош тебе! Тут же не тупик? Класс, тут тупик. Ой, какой же косовый. Так, тихо, тихо, тихо. Нога, 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 еще нога. Ага. Ага. А куда? Подожди, стой. Ага. Так, большой глаз. Большой глаз! Тихо, 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 братан. Ой, хорошая позиция была. Ага, 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 давай, давай. Покажи, покажи его, покажи мне его. Нет! 5 патронов, чтобы попасть в глаз. Пожалуйста, повернись мне. Своди. А, сейчас опять будет кидок, кидок, кидок. Давай, давай сюда. И я в обратную сторону. Ага. Нет. А можно мне патроны, пожалуйста? Можно патроны? Да, спасибо за жизни, это неплохо. А это что? О, это патроны. Спасибо большое. А, только в тупик не зажимайте меня, пожалуйста. А тут столько всего, я понял. Тут залутать можно, облутать. А, но сам говорит, что... Блин, дробовика нет! Ёб твою ж дебил! Ой, дебил, дробовик ты не взял! Нет, чип! Ю-ху! Как так-то на финальную битву не взять самую мощную пушку? Что за салют пошел? Нет, оставь на потом. Тихо, 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 братан. Я хочу тебя с первого раза победить. Нет! О, бычки. О. А, так, а наготове-то у меня... Ага, наготове, ладно. Опять кидай. Ну, кидай. Ну, кидай уже. Я думаю, далеко. Что там взрывается? Да, тихо, 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 тихо. Я ничего не вижу. А у меня кончились. А просто вообще. Повернись. Повернись, брат. Нет, да хватит. Да блин! Сукин сын! О, попали, попали, попали! Да ладно. Мочкану. А можно тут еще чем залутать? Да, можно. О, это было кайфово. О, вернули патроны пистолетные. И там что-то еще прямо и налево. Да он опять очнется, он вечный, он бесконечный. Да иду, иду я к нему. Дышит? Да не, его так просто с ним, нет, не получится. А еще что-то есть. А, все, теперь все. А где Титан? Ой, Титан, Тиран. С ним, вот с ним будет финальная битва. Еще одна. Jesus.
А, ну не такая она живучая, окей. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit. G-Virus gets into the wrong hands. Она посадила зерно сомнения в Леона. Воу-воу-воу-воу-воу, призы, куда вы пришли? Уходите. А что из-за отпечатки? А, это куда остановиться надо? А, опять это. Аква дискотека. Непонятно, как открыть... Подожди, а может быть ее можно было заутать? Я чуть не додумался до этого. И взять у нее ключ от того, да. А где она? Ну ладно, нельзя ее заутать. Attention! Attention! Блин, как же... Да хорош, ты че такая? Кодировщик перегружен. Кодировка перегружена. Все, больше не перегружит. А, наверное, ну, когда уровень загружается, наверное, из-за этого. Как же тебя открыть-то? Мне очень интересно. Ну, одником... Так. Можно, пожалуйста, блин, я хранить. Давай хранить его будем. Потому что мне он сейчас не нужен, я думаю. Достать. А тут всего лишь 5 патронов, кстати. Ну, это тоже ни о чем. А, 25. Выбор очевиден. Огнемет, мне когда... Мне кажется, что он сейчас не особо нужен будет. Тем более против тирана он вообще бесполезен. Скорее всего. А где тут сохранение? Подожди. А, тут его не было. Один был. А, дальше. Ну, спасибо, конечно. А вот и она. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Ada!
yourself. I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! О, вот этот поворот. А как она окажется потом жива? Я что-то, ну ладно. У меня много вопросов, но надо бежать. А я хочу кассету посмотреть. Я хотел пленку проявить. Какой бежать? А бежать из комплекса. Участок, наверное, не взорвут. А как, куда бежать-то? Стой! Восточное крыло, восточное крыло. Угу. Через восточное крыло, нет? Канатная платформа, да. Просто развернуться и прямо, да. О! Да? Вот это вообще, конечно. Локдаун. Сам ты локдаун. А, почему локдаун? Мне не нужен локдаун. Как отсюда выбраться? Сохраниться. Конечно, можно просто взять, сохраниться и без паники все сделать. Куда-нибудь сюда. В смысле... Сбегите из лаборатории. Я бы знал, как из нее сбегать бы. Прикалываетесь, что ли? Я только этот путь знаю. Ну, выход. Снять локдаун? Как снять локдаун? Как тебя снять-то, брат? Через оранжерею как-то, ну там P2, да ладно, давай второе что-то, второе зона отдыха, блин, нет. Ладно, пошли назад. А, запись спецназа. Алло. Не, ну я сейчас не хочу все это читать. Это не до этого. Не до этого сейчас вообще. Смотри, куда мы можем... Так, а, у нас больше путей-то особо и нет. Гениально. А, гениально! Просто зайти в лифт, который нас спустит вниз. Ади? Да, ну, конечно, жива. 8 минут до взрыва, хорошо. Воу. Тоже еще. Leon, you're down here too. Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out fast. Yeah, there's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here.
Damn it. В смысле? А что, зачем напряженную музыку включили? Что сейчас тиран появится? Я его жду. Я реально его жду. Он не может не появиться. И не появится какой-то замес еще один. А что тут еще можно взять? Что-то еще можно взять? Я хочу полностью золотать комнату. Спрей, вот спрей, вот ради него стоило бы вернуться, да. Ну хватит нагнетать. А, я забыл появиться, все, я тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. О, печатная машинка просто. Кайф. Так, что там? Сундук. Блин, да подожди, чё кассету убирать, наверное? Да, ну вот это вот все хранить. Ладно, все. Тут все? Тут все. Я не пойму, что сейчас будет. Я бы знал. Если бы я только знал. Да давай с ножами. Да зачем световой нож? В первую очередь нож должен идти. Можно? Нож, возьми, Леон, нож. Да ня! Бабах. Блинский. Сзади. Какие они мерзотные. Ладно, я их не буду трогать. Можно их не трогать, да? Просто взять и не трогать. Я огнемет убрал. Заменил на дробовик. Думал, это правильное решение, это дерьмовое решение. Худшее вообще решение, которое можно было принять в данный момент. А там надо было залутать, наверное, да, все. На! Да, в смысле залутать? У меня нет времени лутать. Тихо. Вау! Я знал, ты вернешься, брат! Нет, стой! Ты откуда вышел? Ты куда зашел? Здесь выход? Здесь проход? Бежим! Салют! Я не удержался. Так. Можно бежать, Леон? Леон, прям бежать. Прыжок. Привет. Давно не виделись. Ой. Да ладно, что он... Отлетит сейчас? Gotta keep going. А чё так всё затихло? Нам же, чё, таймер сейчас становится? Не становится ни хрена. Передышка пошла, да? Ну нет, я не буду расслабляться, в смысле? Оу. Соединительный штекер, ага. Класс вообще, куда его воткнуть? А жизнь не надо. А, объединить что-то можно, нельзя. Что ж делать там? А можно станок мне? Станок, этот сундук. Он рядом, да, справа? Спасибо. Так. Хранить. Что еще можно хранить? Вот это хранить. Не знаю. Хранить. Дробовик убрали, тоже хранить. Кассету тоже мы сейчас вряд ли будем смотреть. Порох тоже, наверное, не нужен. Что? Тогда огнемет берем? Оказывается, он, возможно, пригодится. Хотя уже, я думаю, уже не пригодится. Ну ладно. Ага. Ну, травушку давай возьмем, господи, ее закинем, что он будет стоять одна. Одинешенька. У нас идет коллекции красной травы. Так, угу. А где сохранение? Сейчас. Где-то тут можно будет сохраниться. Стой. Коробка просто. Immediately.
Ага, давай, вставляй. Это лифт. И это он. Нет, не он. А как... Её уж не победить, да. Так что у нас вряд ли с ним будет босс-файт. Так. Да ладно! Да ладно, он идет. Вот это эпик. Ах ты, козина! А ты бесконечная мразь? А как сражаться с бесконечной мразью? Я вот не понимаю вот этого. Вот этого прикола я не понимаю. Да он еще меня хлещет просто на раз-два. А мне надо просто пережить, я думаю, надо держаться. А что ты использовал? Ни хрена ты не использовал. А, все, больше нет. Гениально. Да, блин, мне придется использовать, иначе я буду медленный. Тихо. Просто надо дожить надо. Я думаю, в этом дело! Дождаться спуска. А я не дождусь. Три удара. Скотина-то грёбаная. А можно мне ничего нет, да? Нет, пожалуйста, дотяни как-нибудь. Ну хватит, тиран, отстань от меня, пожалуйста. Ладно, соберись. Я же... А мы там как-то... Так, нет! Противоход! Вот сейчас будет обидно отлететь, на самом деле. А так случилось. Что это? Что ж делать-то? Подожди, как его победить? Супер-тиран. Могучий рык предупреждает о том, что супер... Ну, я так понимаю, что просто доехать надо. До... Донизу. Блин, надо было... Ну, а смысл? Патроны брать, что-то еще? Его не победить никак. Надо просто уворачиваться. Наверное, да. В этом смысл. Какого черта? Это он идет. А пропустить можно, да? Так, даже не надо пытаться. Не надо пытаться с ним. Главное, не тратить патроны. Да хорош, как ты сразу прям, почему сразу? Я до этого столько бегал. Столько, блин, да хватит. Я манал. Ой-ой-ой-ой. Да блин, влечись, Леон, ладно. Не попал. Да, это просто было, это, анимация. Не попал. Нет, зачем в тупик зашел? Камешки, спасите меня, пожалуйста. Камешки, спасите меня. Попал. Да ладно, попал. Прикольная анимация, кстати. Продолжить. Тварь... Да блин, да дайте прочитать, что... Световухи кидать, кстати.
Она, да? Подожди, как? Тактика, подумать, как его уворачиваться? Хреново ничего получается. Блин, я с минимальным количеством жизней так много уворачивался. Вначале почему-то так не получается. Наверное, все-таки, может быть, огонь его как-то тормозит. Надеюсь. Кстати, время уже за час перевалило запись. Но я не могу оторваться, вообще не хочу оторваться. Она, если будет час, и даже так и выйдет. По хрену. Пропустить. Атака будет сейчас, атака. Блин, ну как так-то? Сразу же. Давай, ладно, загоняем его в угол. И потом рывок. Скотина, гори нахер! Достала! Анимация, это была анимация, да. Ну блин, Лео, ты умеешь вообще ускоряться, бегать, ты что-нибудь будешь делать сегодня или нет? Тут камешек. О, спасительные камешки. Блин, ну прям в бою в сторону бежит. Капец, он страшный. А, ну я тоже гений, я, получается, сбежал от камешка. Хотя за ним может будет спрятаться. Нет. Нет, игра, ты чё, ты мне прил... Я что, лох? Я справлюсь. В целом логика понятна, все понятно. Просто я плохо исполняю. Ну сейчас понять. Если он бежит с атакой, надо все-таки спрятаться куда-то, а не бежать прямо к нему навстречу. А, что это я? Собрались. Я уже просто мысленно думаю, что делать. Анимация! Это была анимация? Да, хорошо. Плохо, сейчас будет близко, сейчас будет близко. Да нет! Да... Гребаный камень! Хорошо. Очень эмоциональная битва, хотя мне даже сражаться не приходится. Thank you.
Как уходить от этой атаки, я что-то не вступляю. Я хотел обманочку сделать, типа, одну сторону, потом резко в другую, но что-то не вышло. Чё, я опять, я просто думаю, я в, это, в этот момент думаю, что делать. Как уходить от этой гребаной атаки? Я что-то не понял. Ну хватит! Какая глубокая лаборатория! А, спасибо, вы мне уменьшили, да? Сейчас ускоряться будет. Бляха-муха, да что за приколы пошли? Да возьми ты гребаный. Мама, спасите, пожалуйста. Да как уйти от этой атаки гребаной? Да ты мудила гребаный! Отвали уже от меня, хватит! Встань! Нет, ну опять она! Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать с этой атакой. Одно дело за камень спрятаться, да, понятно, но когда он просто бежит на тебя с ней. Сбивать ее как-то? Ну вообще да, наверное, в этом есть какой-то смысл. Блин, а что у меня создалось? Больше аптечек? Ничего, нет. Блин, просто были бы аптечки еще какие-нибудь. Был бы какой-то шанс хотя бы. Ладно, давай смесь. Давай забьем. Блин, конечно, да, наверное, надо было это...
хранить. Наверное, да, наверное, просто... Я просто бегал от него. Просто бегать, наверное, правда, не очень хорошая тактика, на самом деле. Ну, огонь ему похрен, на огонь. А вот стрелять в него как-то может быть пытаться. Хотя, мне кажется, ничего это не даст. Ух. А можно, знаешь, как? Не знаю, как. А, все, больше не... Блин, да что ж за жопа? Что за жопа-то такая? Сбивать ее, когда он бежит, как-то его сбивать, наверное. Можно, наверное. Наверное, не знаю вообще. Ну, это жопа какая-то. Какая-то жопа. Еще ее там ограничили мне место. Ну, если бы не атака, было бы, в принципе, его вот это вот. Как у этого было. У Джека из этого. Из седьмого Резидента. Там похожее было. У него там бензопила или что-то такое было. Ага, все, я опять думаю, что делать. Ну ты и педрила. Я тебе скажу. Нет, не задел. Ай, я тупанул! Не тот, не... Камни не трогай, педрила! Педрила, не трогай камни! Бля, он сломал один камень. Это говно, грёбаное, сломал один камень! Ладно, захаваю. Неплохо. Да встань ты! Эпично. Это обосраться просто. Я так прям вообще. Я сейчас вообще просто без слов. Вы там гребаные мудилы. Я сейчас вам просто расквашу гребаные мозги ваши.
Ты чё, охерела? Я сейчас просто весь иссякну. Да сколько вас там может быть вообще? У меня вообще-то время кончается, братва. Это просто какой-то... Это я такие эмоции давно не испытывал. Они классные. Это прям вообще кайф. Они просто максимальная страсть. А, все, тут трагичный момент. Ну, Ада классная, конечно. Я тоже в нее влюбился почти. Да, она жива, конечно. Опачки, здорово. Леон! We made it. Just like I said we would. Все? Все? Вот это концовка, конечно. Фух, ну, я не знаю, вот это так, вот эта вот игра, она вот возвращает какой-то вот детский восторг, вот приводит тебя, она просто офигенная. Сложно писать вот сейчас, особенно после прохождения, тезисно, почему она офигенная, но после прохождения ты вот испытываешь это чувство, просто вот оно вот как бы рад, что есть такие игры, и что я в нее поиграл наконец-то и прошел. Ох. А тут будет сцена после титров, мне интересно или нет? И что, они все? Чё они? А чё в итоге-то? Мы выбрались? Ох, блин, так-то хочется, конечно, и в следующей части поиграть. Блин, ну я мало знаком с вселенной Resident Evil. И как-то хочется, на самом деле, это всё наверстать. Просто столько игр там. Хотя, подожди, я седьмую. Я седьмую проходил. И вот прошел вторую. Ну, если начинать, то с первых, конечно. Ух. Ладно, о чем? Я тут могу все это уйти в себя от удовольствия, но это. Что-то у меня уехало с той камеры. Как камера уехала от страсти, походу. Во. Теперь все. А, так, а если я все нажму пропустить, да? То. Вот, да, все, должна же быть еще заставочка точно. Куда? Я думал. А. Результат ты. Вау! Сюжетный режим пройден, стандартный. Общее время. В смысле, я у меня там. Я вроде за 30 часов. Но у меня точно за 20 часов перевалило в геймпассе, почему-то написано было. А я всего лишь за 11 часов и прошел. Странно. Сохранение. А, Б, это, короче, хреново. А, Б, С. Ну, хреновенько, да? Д, Е, что там еще? Ну, оценочка такая себе. Ну, я как бы не рассчитывал на прям высокие оценки. Тут не получилось ее. Ну, я особо не хотел ее прям здесь вылизывать ее полностью. Когда-нибудь у меня будет своя коллекция на Соньке. Когда-нибудь у меня будет Сонька. Может быть, даже пятая. И вот на ней я хочу прям повыбивать все... Все эти платины, достижения, потому что вот почему-то Resident мне хочется играть на большом экране. Не знаю почему, с джойстика как будто бы это приятнее. На клаве мыши, не знаю. Такие игры мне не нравится играть, и с монитора. Вот почему-то именно хочется их на большом.
Не знаю, я когда проходил Орден, не знаю, что я... Ой, на меня аж это, от страсти поболтать захотелось. Сейчас я закончу мысли, и мы завершим, зафиналимся. Я Орден 1886 проходил, и получил огромнейшее удовольствие, на 4К телеке проходил. И Last of Us я тоже первый проходил на большом телеке, это капец какое удовольствие. Я, а вот пытался поиграть Horizon Zero Dawn на с Моника, говнище полнейшее, не хватает пространства, объема не хватает, воздуха не хватает для таких игр. Вот, все, я мысли закончу. А игра, что сказать насчет этого шедевра, если это шедевр? Тут ты особо ничего не скажешь, 10 из 10, 100 из 10, все. Я аж прям это, воспылал в конце. На этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Прохождения за Quest, скорее всего, не будет, потому что, опять же, я повторю, почему. Ну, тезис уже все смешалось. Причину я обосновал ранее. Вот. Поэтому, ну, я, может быть, пройду не на запись точно, но... Все, на этом закончим. Все, спасибо всем за внимание. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.